Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В любую погоду, в любую температуру, в любой ветер. Мы находимся в экотехнопарке SkyWay на втором уровне, как вы, наверное, уже догадались. И беседуем с человеком, который ответственный за разработку вот этого транспортного средства, с начальником конструкторского бюро «Компоновка» Виктором Гарахом. Здравствуйте, Виктор. Добрый день, Михаил. Ну вот это интересный такой аппарат, который все гости Экофеста смогли уже увидеть в августе. Сейчас, я надеюсь, мы уже все увидим его в действии. Расскажите для начала, чем была вызвана необходимость его разработки и чем оно отличается от, казалось бы, такого похожего юнибайка? Необходимость разработки в первую очередь была вызвана тем, что мы должны, предоставляя услугу по транспортированию, по перевозке, предоставляя транспортную услугу, мы должны охватывать и рассматривать абсолютно все свои слои, возможно, потребителя либо заказчика. Данное транспортное средство является наиболее дешевым в части той путевой структуры, по которой оно движется. И это в первую очередь дешевым в строительстве инфраструктуры. То есть у нас есть отдаленные районы, малонаселенные, где стоимость высокопроизводительной системы будет очень дорогая. И, соответственно, транспорт тоже большой вместимости. Но доставка грузов в районы, где физически более полугода нет дорог в принципе, авиа или другие перевозки, в любом случае также необходимо. Поэтому одной из задач было создание дешевого транспортного средства с дешевой инфраструктурой. Спасибо большое. То есть, если я правильно понял вас, главное отличие Юнивинда от Юнибайка является то, что он движется по другой путевой структуре, которая является еще более, скажем так, экономичной, чем та, по которой движется Юнибайк, кажется, сформулировал. Все правильно. С точки зрения потребителя, да, но с точки зрения конструкции данное транспортное средство является также еще и модульным. Для того, чтобы на базе составных частей одного транспортного средства получать транспортное средство различного значения. В данном случае Юнивинд является модульным. Он состоит из основных трех модулей. Это тяговый модуль, соединительное устройство, подвес. Вот, и пассажирский модуль, либо грузовой. На базе данных модулей мы можем получить конфигурации различных транспортов и по грузоподъемности, и по пассажироместимости. Скажите, сколько времени ушло на проектирование, и когда поступило задание, и насколько сложна эта машина? Перед вами полноценный опытный образец, который имеет свой жизненный цикл и в соответствии со стандартами ISO 9001-2015, по которым мы стандартизированы, выполняется полный цикл ОКР, то есть от формирования технического задания до проведения сертификационных испытаний. Изначально поставлена задача о разработке такой системы была в конце февраля. В мае была разработана конструкция документации, в июле образец был уже изготовлен. В Экофесте, как вы уже сказали, его могли все наблюдать. И с сентября у нас начали спусконаличные работы, отладка
Но не только транссредства, а комплекса целого, поскольку мы занимаемся не масштабированием либо изготовлением каких-то из частей, а именно полноценного, полностью комплекс, который может представлять услугу. С точки зрения техники, данное транссредство является другим. Оно построено по модульному принципу и имеет свои независимые модули, которые, из которых может быть составлено абсолютно любое транссредство. Имеется в виду по назначению, как пассажирского с большей вместимостью, так грузовое для перевозки груза, либо грузовым модулем, который будет установлен на него, либо какие-то подвесы, допустим, для перевозки грузов. Например, ну, это предназначение не только в Витебске, не только в удаленных районах с малым населением, даже в Беларуси. При отсутствии моста инфраструктуры через реку мы спокойно можем прокинуть дешевую нашу путевую структуру и транссредство использовать вообще без модуля, с просто подвесом для перевозки каких-то грузов, либо людей. С точки зрения техники, это транссредство является намного более сложным, чем юнибайк. Оно достаточно энерговооруженная и оборудована полноценными системами узлами. В первую очередь, системы безопасности. Они имеют несколько ступеней. Это и система технического зрения, и система интеллектуального управления, и система управления непосредственно каждыми узлами и транссредством в целом. Так и система ходовой части, тяговая тележка, подвеска, система питания, ну и многими другими. Если сравнить, чтобы было более понятно, поскольку у нас транспорт инновационный, и не все понимают, не все верят в это. Поэтому для сравнения возьмем обычный автомобиль. Если автомобиль оборудован ходовой частью, подвеской, двигателем, плюс управление, где за все отвечает оператор, плюс есть какие-то системы без вождения, без водителя, ну, автономное вождение, которые в опытном порядке, то у нас транспорт полностью автоматизирован, он оборудован теми же системами, плюс интеллектуальной составляющей. То есть транспорт сам является непосредственным участником регулирования как движения, так и работы комплекса в целом. Ну скажите, а сколько времени потребовалось на проектирование, на разработку этого проекта? На проектирование потребовалось порядка 4 месяцев. Это от формирования технического задания до разработки готовой конструкционной документации. С учетом того, что объем КД составляет порядка 4000 форматок, это очень краткий срок, очень сжатые сроки. И коллеги, специалисты приложили максимальные усилия, чтобы сделать эту работу в срок. Спасибо большое. Надеюсь, мы увидим в действии сегодня Univind. Название подчеркивает тот ветер, который мы испытываем сегодня. Последний вопрос. Скажите, когда намечаются работы по сертификации, испытаниям и так далее? У нас все работы, опять же, запланированы. На данном этапе идет этап, закончен этап пуска наладки и идет приемка изделия по разным критериям. Причем приемка изделия идет совместно с комплексом, поэтому некоторый период требуется больше времени. В дальнейшем у нас запланированы полноценные предварительные испытания и приемочные испытания. Планируем выйти на сертификацию ближе к концу весны, начало лета. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда даже слово «ветер» для вас будет обозначать нечто положительное. Строй Skyway! Спасай планету!